Приветствую вас. Я боюсь, что по поводу образования у вас достаточно застарелые стереотипы, потому что люди получают образование в гораздо позднем возрасте, но обратите внимание, стоит на то, что при получении образования вас волнует то, как вы будете выглядеть в коллективе. То есть волнует то, что вас будут считать белой вороной или могут посчитать белой вороной. Что говорит о том, что вам важно мнение других людей. Это первое. То есть окружающее мнение вам важно. Мнение окружающих вам важно. А это может подавлять, с одной стороны, с другой стороны, это может быть довольно серьезным раздражающим фактором, потому что вы можете чувствовать себя из-за этого не свободной. Вот. А в-третьих, конечно, это демонстрирует нам то, что вы, ну, мягко говоря, не на то нацелены, да, то есть вы нацелены вот на больше социальный аспект, нежели чем на, там, допустим, аспект получения образования, к примеру, и достижения, к примеру, ну, вот, каких-то своих, там, допустим, целей, вот. То есть у вас нет каких-то своих собственных жизненных ориентиров, вот, и вы беспокоитесь, переживаете по поводу того, что, ну, на вас могут как-то посмотреть не так, к вам могут как-то относиться не так. И так далее. То есть здесь внимание нужно обратить исключительно на свои жизненные цели, на свой, ну, на свой вектор, на вектор своего жизненного пути, на ваши ценности, то, что вам важно. Вот. И, соответственно, уже когда вы определите, что важно лично вам, да, какие ценности вам важны лично вам. Вот, ну тогда уже можно будет что-то делать, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Но пока что все выглядит немножечко так, что вы, скажем так, про разные вещи говорить. То есть выглядит все так, что вы, ну, скажем так, говорите не про то. Вот, выглядит все так, что вы говорите об одном, да, как бы. Проблема, она совсем в другом заключается. Вот. Дальше. Значит, что такое одиночество, да? Одиночество — это внутреннее отторжение. То есть вот вы, получается, себя отторгаете, вы, получается, себе ну, весьма остро не принимаете какие-то вещи, вот, именно вы, получается, в себе сами. И, соответственно, по этой причине вы тяготитесь одиночеством.
То есть вам тяжело быть наедине с собой, потому что вы в себе вот как раз что-то отвергаете. Вот, соответственно, необходимо поработать с принятием, с личностным ростом, чтобы вы не использовали таких, ну, таких вот, таких понятий, да, как вот то, что я буду белая ворона, там, и так далее, да, вот, чтобы не было у вас такого, вот, чтобы вы, значит, принимали свои желания, вот, чтобы вы принимали свои потребности, вот, и, соответственно, вот, где-то уже там, я полагаю, будет выход из вашего положения, ну, из вашего состояния. Вот. А следующий важный момент касается того, что вы боитесь отверженности. Вы боитесь отвержения. Ситуация, конечно, достаточно здесь, скажем так, индивидуально. То есть это детско-родительские отношения у вас здесь. Вот, то есть родители, вероятно, вас отвергали, давали вам ну, почувствовать себя ненужное, да, почувствовать давали себя лишнее, отверженное, вот, что, соответственно, конечно же, не могло вас, не могло влиять на вас позитивно, скажем так, конечно же, вот, и вы вот как раз чувствуете свою ущербность, ну вот, как я думаю, по указке своих родителей, по установке своих родителей. То, что касается страха быть отверженной, то опять же здесь вы, ну, боитесь вот подтвердить то, что сами вот подозреваете себя, подозреваете вы то, что с вами что-то не так. В принципе, все это корректируется. Просто это займет какое-то время. Не единоразовая беседа. Да, не единоразовая, так сказать, работа, это регулярно. Вот. Так что такая вот история. Опять же, Саша, когда вы будете переслушивать мой ответ, если будете переслушивать, я надеюсь, что будете, вот, обратите внимание на приоритетность. На приоритетность свою, да, вот какая у вас приоритетность.
и на приоритетность, которую я пытаюсь вам, например, показать. Вот. Это очень важно, потому что от корректно поставленных целей вот, зависит то, насколько вы будете успешно двигаться по жизни. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.